сделали фасад камнем, заменили подшивку, заменили двери, поменяли лоб. Сказочный фасад театра кукол почти готов, но внутри здания еще много работы. Пространство здесь намерены превратить в современные площадки с информационными панелями, сенсорными экранами и даже интерактивными подмигивающими портретами артистов. А сцена в малом зале сможет подстраиваться под каждое выступление. Он будет трансформироваться по-разному, на разные стороны и зрительской аудитории будет размещаться и сцена. Она будет использоваться как и репетиционная база в том числе. И такой же апгрейд ожидает у нас и большой зал. Тоже там и техника, и световая, и звуковая, и сама сцена, они довольно серьезно модернизируются. План капитального ремонта предполагает три этапа: реконструкцию фасада, обустройство пространств и обновление внутренних помещений. Отдельный проект подготовят для новой вывески театра. Наш бренд, наша перчатка, наш Петрушка, вот тоже видоизменится, наверное, вслед за театром, при этом останется символом нашим. И, думаю, тоже будет светиться. Сейчас работы выполнены на 30-40%. Вернуться в родной театр артисты и зрители смогут осенью 2022 года. Инна Львошина, Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков. Урал-1.